Всем привет, ребята! Меня зовут Леон 200, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт. А именно мы будем с вами выживать. Да, это четвертая часть выживания. И на меня, кстати, тут с самого начала нападают уже мобы, да. Я после драки одной... И после одной драки они, походу, остались. И я, кстати, вам обещал, что мы в четвертой части сходим вон на ту гору, видите? Такая снежная. Понятно. Придется тебя убивать. Да что вы? Я домик. Короче, ребят, мы обещали, что... Я обещал, что мы сходим вон на ту гору. Давайте с собой немножечко еды возьмем. Кстати, ребят, я вам хочу очень сильно поблагодарить. Спасибо вам большое за то, что вы подписались на мой канал. Тихо! Короче, у меня уже 29 подписчиков, а я хотел до своего дня рождения набрать целых 20. А я хотел 20 подписчиков. Вот, до своего дня рождения. У меня день рождения только через 2 недели, а у меня уже 30 почти, ребят. Всего лишь одного подписчика мне не хватает. Так что, ребят, скорее. Один человек всего лишь остался. Так что давайте скорее подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Так, надо покушать, а то у меня мало этого. Съедим жареный баранный. И давайте отправляться вон туда. Вон такой. Соснежная гора. Так, вот сюда. Вот он, да. Мы уже добрались, кстати, до нее. Вы, наверное, спросите, зачем мы сюда пришли? А, для того, чтобы добыть снег. Блин, надо было бы лопату взять. Ну ладно, найдем где-нибудь дерево, тогда вскопаем. Тут еще это, как его, вода. Ой, я там пещеру вижу. Кстати, может, там как раз-таки сможем добыть чего-нибудь. Вообще, кстати, на таких горах можно изумруды добыть. Может, кстати, найдем его. Так. Тихо. Так, во. Белый мишка. А, кстати, с него может рыбка, кстати, нам выпасть. Так что, как вы думаете, убивать или нет? Ладно. Не будем жалко чего-то. Кстати, главное еще аккуратно быть, потому что тут может быть этот рыхлый снег. Да, ребят, кто не знает, что это такое, это такой снег, в который можно провалиться. Да, он, кстати, немножко отличается от обычного, поэтому вот надо быть внимательным. Так, пока что ничего интересненького я здесь не нахожу. Хотя, блин, нафиг я вообще сюда попёрся? Может, не нужно было? Хотя, ладно, если я обещал, значит, держу свое обещание. Уй. Вот о чем я вам и говорил, да. Я провалился в него. Сейчас надо как-нибудь выбраться. Фух, вот. Видите, он как отличается от обычного снега. Вот давайте я вам продемонстрирую. Давайте это. Вот видите, он этот... Выглядит как это... Да ё-моё! Как выбраться? Вот, придется снег скопать. Все. Наконец. Да ёкарный бабай. Так. Ну. Все. Так, ну и давайте. Кстати, можно тут, в принципе, заснеженную деревню найти, если получится. Да ёкарный бабай. Да что я в этот снег-то постоянно проваливаюсь, а? Да что это? А что это я тут это? Я могу просто этот рыхлый снег вскопать, да и все. Так. Да почему я не могу забраться? Все. Так. Не обращать внимания на этот звук, просто я видео в машине записываю. Ого, а вон гора, кстати. Так. Да, кстати, ребят, извините, конечно, что я так поздно его снимаю и выкладываю. Потому что целый день был очень занят. Поэтому так поздно получилось у меня видео. Так.
самую верхушку может залезть. Блин, а кстати, достаточно таки далеко ушел от своего дома. Блин, жалко, у меня лопаты нету. Хотя что это? Давайте дерево добудем, скрафтим верстак, да и создадим лопату. И будем с помощью этого мобов уничтожать. Давайте. Раз. Дерево. И второе еще. Два. Все. Надеюсь, все помнят, как делается верстак. Все. Да не пойдет, пусть тут стоит. Может, мало ли кому-нибудь пригодится. Опа, а вот и наконец-то нашел что-нибудь полезненькое. Уголь. Кстати, он на горах очень часто спавнится уголь. Так что, если вы находитесь в горах, советую вам все-таки на его найти. Так. Вот что и требовалось вам доказать. А вот и изумрудик. Только, к сожалению, у меня кирки этой никакого нету. Хотя, может, так попробуем добыть? Хотя не, знаете что? Жалко, конечно, что у меня нету этой, как его, железной кирки. Но, может, в принципе, сходить. Хотя это долго очень будет. Так. Или может сходить? Как я думаю, сходить или нет? Может, когда-нибудь может, вернемся потом за ним. О, горный козел. Кстати, а с него может этот козлиный рог выпасть, чтобы потом потудеть. Может, давайте убьем. И где она? Походу, не выпал. Но он редко выпадает. Да, кто не знает, что это такое, это такая штука, с помощью которых можно тудеть, в принципе, призывать кого-нибудь или просто... Ну, типа, как, типа ты поешь там, например. Так, что еще? Вау! Это же это, сакура. Ну, я ее... Ну, вообще, это вишневое дерево. Я люблю сакуру называть, потому что она так похожа на на сакуру. Может, кстати, дерево добыть вишневое. Или вот эти вот штуки. Что это? Розовые лепестки. Кстати, можешь потом возле своего домика посадить. Может, кстати, вообще попробовать саженец этот добыть. Давайте добудем саженец. Да, все, наконец. Мне... Да, мне только один нужно. Все. Странно. Почему это дерево назвали вишнем? У него уже нет вишни. Понимаете, лепестки. Назвали бы сакурой, да и все. Помоги, я провалился. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Фух. Господи, сколько я раз уже сказал слово тихо. О, шахта. Только тут я в шахте не один. А с этим вот зомбаком. Да пошел. Главное, чтобы меня не убил. О, железо! Крутяк. А я, кстати, факела с собой взял. Давайте поедим, кстати. Тут железо. Давайте его добудем. И скрафтим это как его. Кирку. Так. Ай, блин. Я уж переплавить надо. Хотя мы это быстренько сейчас с вами сделаем. Давайте. Так, и теперь давайте постараемся вернуться на то самое место. Я, в принципе, от него так далеко не должен был уйти. Да, вот. Сейчас вот так заберу. Просто гору мне вот так вот приходится перейти. Да опять этот снег. Все. Давайте пойдем, блин, уже ночь, к сожалению. Тихо, аккуратно. Да.
быть где-то вот тут. Или нет? Тихо. Бежим! Вот тут. А это кто такой? Тихо. Прячемся. Так, куда? О, походу где-то здесь. Да. И где тут нашел изумруд. Сейчас вот надо вот так вот забраться. Да, вот. Где-то тут. Вон, я походу вижу. Так, давайте. Я тут помню, верстак где-то был. Так, где? Вот он. Так, надо факела поставить, чтобы здесь не было никого. Приключений, конечно, сегодня у меня. Давайте быстрее, а. Мне надо железо добыть этот изумрудик любимый. А где он тут? Вот он. Кстати, давайте покопаем пока. Что, может он... Может, тут не один. Может, тут два. Не, походу, только один. Ладно. Так-то у меня железка, быстро надо взять все. Да. Все. Теперь делаем гер. А, тихо! Ё-моё! Хорошо, что я вовремя заметил. А то бы если я не заметил, то все. Мне бы ха. На! Помогите! Блин! Блин, меня окружили! Это, знаете что? У меня появилась идея. Давайте мирно поставим. Только потом не пишите в комментариях, что я читер и все такое. Быстрее! Погодите! Давай! Мирно! Все! Фух. Вот, если бы на одну секунду поставил, то все, мне бы хана было. Все, погнали делать кирку и добывать изумруд. Все, готово. Можно идти добывать изумруд и можно, в принципе, заканчивать видео. И да. Вот он, изумрудик. Это, блин, сегодня как-то моя цель какая-то была. Ладно, ребят, пора заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. А с вами был я, меня зовут Лен 200. Подписывайтесь, кстати, на канал. До 30 осталось всего лишь один человек. Давайте, ребят, не забывайте подписываться. Ну, а всем удачи, всем спасибо и всем пока!